А почему мы вообще решили сюда переехать? Тут учился твой брат. Нетушки, все, мы больше в этот город ни ногой! Что случилось с нашей соседкой? Она повесилась. А ты действительно молодец, что не сдал его. Это были ее последние слова. Ее нашли повешенным в ее же квартире. Но дальше я не знаю, что было. Потому что мы с мамой уже уехали из этого города. Но кто же этот парень? Может, он призрак? Не говори мне больше ничего про это! Давай просто забудем это, как страшный... Мама! 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 Ты как? Снова здравствуй. Молодец! Не трогай моего сына! Хочешь быть первой? Как будет угодно. Мама! Где мячик? Итак, меня по-прежнему зовут Майкл. Не знаю, какое сейчас число. Черт, да я же даже не знаю, сколько времени. В общем, произошло что-то очень странное. Пропал мячик! Я хорошо изучил этот сценарий. После того, как я заберу мячик, должен раздаться еще один толчок. Но на 100 килограммов больше! Неужели... А может, сюжет немного изменился? И сейчас будет что-то новое! Погоди. Я сейчас веду запись. Я понимаю, что сейчас происходит. Раньше я мог контролировать свои действия только в конце. И то ненадолго. Потом все начиналось по новой. Неужели я каким-то образом смог сломать систему? Я подошел к двери и громко заорал. Жердяй! Как насчет дружно подолбиться ко мне в дверь? Тишина. Да ладно! Я открыл дверь, огляделся по сторонам и рванул вниз! Открываю входную дверь и... Что за... Длинный темный коридор. Повсюду двери. Ладно, допустим. Может, это такая головоломка? Первая дверь. Детство. Так, в играх обычно в подобных местах находятся важные предметы. Или чьи-то воспоминания. Марк, иди сюда! Да, что, Дим? Смотри, какое уютное место мы нашли. Прям бункер, а? Залезай, тут все наши. Вау! Ага. Марк? Почему... Я решил подойти к их так называемому бункеру и понаблюдать за ними. Может быть, это и есть ключ к ответу? Кто засмеется, тот покажет всем свою пипиську! Ничего себе у детишек игры. А-а-а! Марк! Давай! Да ладно вам, вы же не серьезно? Серьезнее некуда! Или... Может, ты баба? О нет. Не ведись, не ведись, не ведись! Ну... Тут же девчонки. Баба. 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 Ладно, смотрите. Нет. Нет, ты чего? Ты чего? Только я хотел ему помешать, меня вышвырнуло обратно в темный коридор. Дверь захлопнулась. Следующая дверь. Родители. А мне он нахуй не нужен. Я тебе говорил, делай аборт. Ты что мне сказала? Это грех, блядь. Ну что ж, теперь сиди с ним и не но нихуя. Прошу тебя, забери меня из этого ада. Я его отдам в детдом. Он мне тоже нахуй не нужен. Я хочу быть только с тобой. Раньше надо было думать. У меня теперь другая. А мне теперь что прикажешь с этим всем дерьмом делать? Я по уши в долгах. Я лишилась работы. У меня нету ничего. Умеешь работать ротиком?
на колени. Жалкая шлюха. Да, мой господин, да. Открывай рот и начинай. Слушаюсь, слушаюсь. Шлюха. Давай. Глубже засовывай, давай. А ты хули смотришь? А? Я? Шел нахуй отсюда! Вы же травмировали ему. И меня опять вышвыривают в коридор. Черт! Да кто же этот Марк? Имя такое знакомое, но никак не могу вспомнить. Ладно, хер с ним. Так, следующая дверь. Школа. Это же... Я тут учился. Марк! Чё такой грустный? Хуй сосал невкусный. О, нет. Марк Мирфан. Нет. Я читаю. Пожалуйста, не мешай. А ну-ка, дай сюда! Верни! Сядь! Все о кошках. Что, нравятся кошки? Угу. Ну ладно, держи. Марк, локация сменилась. Только не это. Прошу, только не это. Я не хочу это снова видеть. Ребята, смотрите, какой у меня котенок. О, какой миленький. Марк, тебе же нравятся кошечки? Погляди, какой милый. Такой хорошенький. Можно погладить? Конечно. Идет, идет! Зачем же ты так, Марк? Убил маленького котенка. Что? Держи! Так, вы что там встали? Валентина Петровна, Марк! Он убил котенка! У всех на глазах! Что за Убийца котят! Мне нет оправдания. Я ужасный человек. Следующая дверь. Нет. Я не хочу. Я туда не пойду. Что-то заталкивает меня. Что, Марк? Понравилось? Марк? Ты слышишь меня? Эй! Чё это с ним? Не знаю, застопорился. Ладно, хуй с ним. Так, валим отсюда, валим! Что же мы наделали? Последняя дверь. Месть. Всем срочно покинуть школу! О, уже? Мы ведь только начали. Ты же запер все двери, да? Тогда продолжаем веселиться. Майкл? Это он мне? Я слышал про то, что случилось в школе, но... СМИ писали, что это вирус. Что же ты, Майкл? Не рад меня видеть? Я знаю, Марк, знаю! Мне нет прощения. Убьешь меня так же, как и их. Почему вы надо мной издевались? Мы были детьми. Правду! В любом коллективе есть изгой. Тот, над кем можно поиздеваться. Тот, кто никогда не даст тебе сдачи. Будет терпеть, страдать. А другие... будут получать от этого удовольствие. Так было и будет всегда. Если ты слабый, в этом мире тебе не выжить. Кто сильнее, тот и прав. Я сожалею, Марк. Прости меня. Давай. Я готов. Я прощаю тебя. Прощаешь?
Нужно уметь прощать. Ха. Твоя мать так орала, когда я ее убивал. А твой братик... молодец. Нет. Дат. Ах ты тварь! Ты где? Матери Божья. Я выглянул в окно. Был день. На улице ходят люди. Какой сейчас месяц? А, июль. 2020? 3 года. Я потерял 3 грёбаных года. Надо позвонить матери! Бро, ну хотя бы ты. Жизнь твоих близких вместо твоей. Я сразу понял, что он твой брат. Я понял. Все. Я понял все. Ну и что же ты понял? Забери мою жизнь. Наверни их. Умоляю. Прощай, Майкл. Нет! Сука! Сука! Это... Что еще за... Что происходит? Неужели война? На нас напала Америка? Пульт! Где, блядь, сука, этот пульт? Вот он! Что еще за... Ни один канал не работает. Кто такой Хари... Он... идет сюда. Нет. Нет. Нет! Аня! Марк, что происходит? Это что, конец света? Потом объясню. Уходим. Куда? А!